Мы находимся на форуме «Магазин 2021», разговариваем с нашими экспертами, они у нас отвыступались. Игорь, расскажите, многие эксперты говорят, что делать нужно мелкому, малому ритейлу, а вы заявили, что вы знаете, чего делать не нужно. Расскажите подробнее. Да, я с этого начну свое выступление. Оно связано с предотвращением потерь, с предотвращением лишних трат, с каких-то затрат и расходов, связанных с товарным движением, с учетом, с товарным движением и так далее. И начну я свое выступление с того, что покажу много-много фотографий. Это будет такая витрина антикейсов, которая поможет понять, что потери, они возникают не в сфере безопасности, а в сфере бизнес-процессов, в сфере технологических процессов, поведения персонала в учете. То есть не в том, что обычно традиционно говорят, что ну раз у нас потери, это значит воровство. На самом деле много чего такого, что теряется на глазах у директора магазина, у собственника магазина. Это и условия хранения, и неправильное движение, и ошибки в учете, и так далее, и так далее. Вот об этом, с этого мы начнем разговор. Каким-то образом ваши знания, которые вы передаете с ковидом, изменились? Вот вы до ковида тоже ведь что-то предполагали, консультировали. Какая-то смена парадигмы или каких-то методов, инструментов поменялась? Нет. Тема, как можно потерять без проблем, она вечная. Она вечная, да. Может быть, с ковидом она немножко обострилась, потому что ритейл стал быстрее меняться, да, и многие процессы, скажем так, за этими инновациями не поспевают. То есть вот там что-нибудь запилили в системе учета и стало что-то быстрее работать, эффективнее, но при этом из-за ковида в том числе, потому что многие вложения были в IT-инструменты, например, да, а само по себе товародвижение, перемещение товара, условия приемки, условия размещения на хранение или размещение в зале, оно осталось тем же, и на самом деле, наверное, потери стали выше. Ну и, кстати говоря, ковид – это же пандемия. Пандемия – это снижение доходов населения и все такое прочее, о чем много, наверное, говорилось и будет говориться. Все эти самые макроэкономические негативные показатели, они влияют. И уровень, скажем так, потерь вследствие хищений, в частности, он вырос. Спасибо большое. Вот такая экспертиза звучит в стенах ЦМТ. Не переключайтесь, скоро включение с новыми спикерами.